Приоритет – северный завоз и профилактика. Сегодня Государственный комитет по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения Якутии подвел итоги ушедшего года. В 2015-м работа Госкомитета оценивается на удовлетворительно. Укреплена материально-техническая база службы спасения Якутии и Государственной противопожарной службы региона. Что касается северного завоза, то за навигацию минувшего года в Якутию доставлено 2 миллиона 400 тысяч тонн грузов. Половина из них относится к жизнеобеспечивающим. 2015 год по завозу грузов проходил довольно напряженно. Может быть, внешне это не было заметно, потому что все острые углы и стороны у нас снимались на оперативных штабах. Было очень много разногласий со стороны хозяйствующих субъектов, перевозчиков, вопросы оплаты. Но с учетом четкой координации работы всех штабов и оперативных рабочих групп, выездов на места, значит, завоз мы полностью выполнили.